Я, наверное, буду не первой, кто скажет, что за последний год у нас изменились отношения с представительной и исполнительной власти. На комитет по экономической политике будет объективно ложиться дополнительная нагрузка. И нам придется поработать, в том числе и в связи с тем, что, ну, если обстановка будет меняться. Сегодня ни для кого не секрет, что мы находимся в сложной экономической ситуации.